How you make it? Вот чувачок в вайбе. А ну. Класс. Смотрите, какой браслет. Наташа просто он зашел. Из вилочки браслет. That's cool. Он просто взял и завернул. Roll. Look like dance in vibe. Сделал круг просто и все. It's your idea? Yeah. It's your great. Yeah. Very nice. Yeah. I'm an artist. Artist. I can show you the picture there. Oh. I have this picture. Встретили человека, который художник. Сейчас сказал, что покажет. Дерек говорит, что люди попозже придут вечером. Для нас это классно, что никто не приходит, в принципе, и мало людей, и мы нормально получаем свой отдых вообще без криков, без воплей. Вот парень показывает свои картины. Это Африка. О, вот она, Африка. Да, и тут кусочки ракушек. Это сэнд? Сэнд? Сэнд. Да, это он из песка делает. Ага. Ага. Говорит, из клея и песка. Сэнд, глю. Тафболс какие-то. Микс. Что-то он смешал. Такая шапочка креативная еще. Браслет вообще amazing. Он делает такие картины. И продает. Ну, понятное дело, так и не довезешь, и я не знаю даже, где их пристроить. 7000. Ого, ого. 7500. 7500 такая картина. Ну, круто, конечно. Ну, как бы, такой прикольный сувенир из Африки. Но чтобы привезти еще повесить, это нужно еще хорошо заморочиться. Почти как жирафчик у вас будет в самолете, двухметровый. Ну, вот нам картины уже принесли. Смотрите, напоминает, да? А это джунгли, да, со всеми животными. А он большой еще. Ой, маленькая точнее. Но это этот остров. Островки. Сколько? Сколько? Эти 18? $1,800. No, 80. $80. Улетело. $80 это так. Но он же нарисовал. 8-0. Он 8-0, да, $80. Ну, это так, ну, прилично. Просто летают пустые бутылки уже. Очень ветер такой дует, крепкий. Ну, да, картина так прилично. Ну, $80, ребята, ну, что-то это вообще нереально. Смотрите, я просто вам скажу. Поле-поле, это медленно-медленно, это пипец как медленно. Еду принесли через 2 часа, прикиньте. А я еще такая голодная, знаете, мы же заказываем еду, когда мы хотим есть, да? Мама! Я сейчас 100 чуваков пошла, наорала, еда что-то приготовилась быстрее. Ага, вот тебе твой салочкой. Салатик с курочкой, вот это вот салатик с курочкой, ну не знаю, маловато. Окей, вот и балтоктопус. Ладно, посмотрим, это суп из коконата. Это не суп, это тебе подливочка. Ну, он сказал, коконат суп, нет? Коконат суп, это коконат суп. И рисик. Так что вот это вот все стоит 500, это стоит 500. Наташа, если бы я не наорала, еще бы готовилась. Так Наташа теперь стоит без этого. Да, октопус, ну теперь твоя очередь. Смотри, как он быстро так. Ох, козликом, поскакал. Наорать главное. Не, народ, ну серьезно. 2 часа ждать еду. Наташа хотела вот с пивом октопуза. Она пиво давно допила уже. Нет, брать? Не надо. Наташа, да? Не гони. Не хотела? Олечка, он мне... Алекс ускорился уже. Олечка бежит. Мне сбивает вайб. Да? Я там наелась пивом, такое. Понимаешь? Народ, мы жрать хотим. Мы хотим уже не есть. Мы хотим тупо жрать. А ну смотри. Я просто пошла и на... Что там побольше? It's 900? 900? Yes, no. You mentioned it's almost kilo. Where is the kilo? It's kilo? This is 850 grams. 850 grams? Sorry, just only 150 grams. Ну ладно. Поскольку мы посчитали где-то $6.5. А, это coconut sauce, and chicken sauce. Enjoy. This is salt. Okay, thank you. Enjoy. After 2 hours, enjoy, yes. After 2 hours, finally. It's okay. Finally. Finally.
No. Вам другая. Нам пожрать блин надо просто. Нам просто надо пожрать. Thank you. Наташа сейчас пробует осьминога просто. Вот да, он такой. Честные глаза посмотрим. Ну как? Вкусненькие. Вкусненькие. Они полили чем-то таким чесночно-солененьким. Хороший. Угу. Вот куриный салат. Ну, думаешь, здесь курица как бы такой. Ну, тоже можешь попробовать, чтобы уже было полное представление, как здесь готовят. Сказать, таблетки у нас есть. Да. Так что, если что, надо сразу это принимать меры. Прикольно. Прикольно? Ну, все, прикольно, да. Какой-то соус? С песочком. Соус с песочком. Немножко. И там, ну, это масло и соль. Очень ну и как она от соуса, отхлебни уже, чтобы у меня было полное представление. Ну давай с рисиком. Я хочу рисик. Ну рис хоть нормально, прилично. Хотя для риса в этой стране 500 это большая цена, в принципе. Даже 500 стоил простой рис, 500 стоил рис с коконата. Так мы и взяли с коконата. Да. Так оно все вкусненько. Наверное, песочек уже насыпался в наши порции, но ничего. Ребята, мы стараемся быть все-таки немножко на позитиве. Точнее, немножко на позитиве. Вкусно? Вкусно. Как вот такая прекрасная карина. Еда. Правда, это можно ждать ее 2 часа. Пока не отжал еду, да? Но надо пойти и людям что-то рассказать. Вот такой у нас сегодня прикольный день и такой прикольный вайб на пляже Ватаму Бич. Смотри, я защищаю. А вот вода все меньше и меньше. Отходит чуть-чуть. Ну что ж, подождем с вами, когда она полностью уйдет. Водичку заказали. Еду поели. Водичка стоит 1,5 литра 200. 200 шиллингов. Кокосики продают. Жизнь идет своим чередом. Наташа пошла погулять. Ходить по водичке. Ну да, так нормально уже отливчик пошел. Уже получается, что скоро можно будет дойти до этих островков и полуострова. Так что пойдем с вами сходим, я надеюсь, многие уже гуляют там. У вас просто жарко, Наташа решила пойти и немножечко охладиться. Наташа смотрит про приливы и отливы, да, что конечно. В 6 Наташа... В 6 Наташа идет в закат. В 18.25 будет закат. А про воду, про 1 метр? Вода самая низкая, я заразумела, что сегодня будет... сегодня будет... Не 19... 18.39 метр. 100. То есть не уйдет вода, будет метр. Что же они рассказывают, что уйдет? А мы тут с вами сидим, ждем. Тут зараз там 2.4, а тут 1.1. Ну все равно. Значит, нет, я думаю, что 1.1 это максимально будет. А здесь вона будет еще меньше. Ну да, посмотрим. Она вот уже ушла за, как мы сидим, вот, с 2.45, с 15 минут до 3, ну метр где-то ушла. Поэтому я не думаю, что мы так. Просто я так говорю, прогуляемся до островков. Оказывается, нет. Не всему можно верить, что говорят. Наблюдаем потихонечку с вами, но уже почти 4. Уже нет, вру, 15.30 сейчас, посмотрела на часы. Просто обратили внимание, что уже видно, как пляжик небольшой там. Ну, все равно, вода стала меньше, но не настолько. Купаться все еще можно, люди сидят, люди купаются. Ветерок такой, все сдувает, но люди ходят, люди подходят. Ну, в принципе, все классно. Какие виды прикольные уже. Даже что-то ищут там. Смотрите, кстати, о, какой домик там, класс. Итальянцы живут, часто арендуют домики. Ну и покупают недвижимость в Кении. Наташа что-то там ищет. Наташа, поделишься, что там ищешь? Жучка переворачивала, наверное, нет. Наверное, не стоит. Не поможет. Не ползет что-то, молодец. Что-то ползет, жучок. Все, сейчас берем телефончик и идем с вами пересекать местность, пересекать этот пляж. 5 часов 4 минуты. Так, солнышко. Смотрите, уже вода, в принципе, прилично ушла. Бегом. Бегом.
нами. Derek, go with us. Let's go. We go together. Yeah, go, 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 go. Not walking, you're not scared? No problem with what? Я боюсь, чтобы телефончик не упал. Сейчас поправлю. На селфи палочки. Оп, вроде поправила. Вроде нормально все. Так. Не стоит показывать нам. Нас, точнее, стоит показывать происходящее. Ну вот, мы купались. Говорят, тут много звезд морских, и Наташа все спрашивает. Они не ядовитые. Все боятся, будем бояться вместе. Ты не пойдешь, Дерек, да? Что ты за парень такой? Давай. Давай. Ну все, видишь, Дерек не пойдет. Водичка хорошая, но когда заходишь, то не попадет. Так что, не пойду. Я обещала нашим подписчикам, они обещали мне лайк поставить. Сейчас подтяну свои джамеры, и вот мальчик в бутылку набирает воды. Потом ее используют для слива. Ага, еще здесь могут быть эти, как его. Камни могут быть. Камни, да, камни. Я уже пару раз на камень встала, было так себе. Ну, смотрите, лучше, мелко. Конечно, ходить в это, но это не Занзибар. Когда я оттерлась там, где мы были на Занзибаре, боже, я думаю, что я наделала? Куда я иду? Эти ежи морские, эти впадины. Я такая, господи, и все равно. Пошла. Там вообще дофига морских ежей. Не хотелось бы страховку платить и оформлять. Наташа идет. Мы идем за Наташей. Надо идти медленно. Ну да, тут подлететь можно. Не дай боже с телефоном. Хотя вроде как писались, что под водой съемка, когда мы его покупали, помнишь? Что? Под водой съемка делается. Да ладно. А что за дырочка здесь, я не понял. Что? Дырочка. Дырочка, я вот тоже подумала. Там живет кто-то? Давай я тебе буду под ручку проведу. Я тебя проведу. Не, смотри, я могу сама идти как бы. А у тебя же тоже в руке телефон. Просто давай перейдем водоросли. Вот, видим, не, давай идти, вот, типа не видим водоросли, а там пытаться идти. Типа идти не видим водоросли? Нет, ну на дне. На дне меньше водорослей, там пытаемся идти. Хорошо, смотрите. Не знаю, наверное, так вот интересно. Мы действительно так направляем камеру на воду. Наташа только что чуть не подлетела. Берем вас с нами. Я вам скажу, мне уже по колено и снова по щиколотке. Да, и снова по щиколотке. Вот такая вот была... Это с новым или что? Или это асфальт? Ровно уложенный. Снова щиколотка, снова колено. Не, наверное, не держи меня. Да? Нет, так не очень. Я вот пошла уже. Я буду обходить. Смотрите, мы с вами обходим. И давайте еще приближу, покажу вот этот кайф. Дети купаются. Вообще просто класс. Вон наши шейки. Мы из них вышли, этот вот прикольный домино такой, класс. Извините, солнце вам покажу. Надеюсь, оно не сильно вас ослепило. Не боюсь, я разговариваю с подписчиками. Ну что это я боюсь? Иду я, иду. Ну короче, я вот камеру вот вставила вперед. Немножечко сужу, идемте. Мы с вами идем к острову. Как Наташа сказала, а потом, если вдруг вода... поднимется. Но, во-первых, чтобы она быстро поднялась. Во-вторых, можно плыть на спине, держать селфи-палку. Вот это будет контент такой. Где ты хорошо с палкой ходишь? Ну да, вот, кстати, ходили люди с палочкой на Занзибаре. Они просто протыкали как-то. Я просто смотрю, что вон хлопцы с палками. Но они теряют их, а может быть. Ой, там уже пляжный волейбол. Уже весь... Ватаму зажигается вечером, смотрю, в основном. Ну, как нам и сказал наш мальчик, у которого мы сидели, в принципе, людей немного, потому что это день, утро, все приходят вечером. Наташа, сейчас мы идем. Мы дойдем, правда? Мы дойдем с вами. Красиво, красиво, смотрите. Это океан. Точнее скажу, это маленькая лагунка. Океан, скорее всего, вон большой. Какой волны, видите? Волнище. Вот это океанище. Да, главное не провалиться в ямину с телефоном, полным контента, который был снят Кении. Будет обидно.
такой травке ступаю, я вам скажу, так не очень приятно. Но ощущения такие, что ты идешь по водорослям, похоже на щавель. А на самом деле просто боязнь, что телефон, что я подскользнусь на ней сейчас. И когда я доплыла, кстати, до острова, сейчас расскажу, когда я доплыла до этого острова сегодня, были камни такие жесткие, я когда обратно плыла, так прошлась так пару раз по камням, жестяковски было, и я испугалась, что я там порежусь, там, знаете, это фигня-майня, потому что это воспаление начинается. Солнце скоро к закату идет. Закат постараемся. А вот и камни, я так думаю. И это песок. Давайте обойдем лучше. Я надеюсь, что вам видно, что вам прикольно. И что вы будто бы тоже идете по воде. Это очень круто. Кстати, немножко сгорели мы, кажется. Ну что ж делать. Хотя я и в футболке вроде сидела. Но я не мазалась. Наташа мазалась. Ну, точнее, футболки в рубашке в этой. Но не знаю. Вода просто какая чистейшая. Но я не вижу рыбок, кстати. Ну и слава богу, ну его нафиг. Погрызут еще. Не, похоже, мы доходим с вами. Мы доходим. Смотрите, берег где аж, а? Мы доходим с вами. Я вижу ваши лайки уже просто. Полетели, полетели. И комменты желательно. Комменты тоже. Вот здание, которое строили, не достроили. Как сказала Наташа, брали штраф бы, не достраивайте, давайте штраф. Волны, ветер в нашу сторону. Вон ребята уже идут какие-то местные. За нами увязались, видимо. О, Наташа уже на берегу. Ну, красотка. Посмотри, быстро дошла ко мне. Камень, да, я уже рассказала, когда я выплывала, так я камни встряла в парочку. Больно царапаются. Ну все, вот мы и на острове. Давайте посмотрим, что это. Ну это я как трогала камни такие. Залезть наверх, в принципе, нельзя походить. Если у вас разве что... Ай, камни, елки-палки, смотрите, какие. Попали мы с вами немножечко. Трошечки. Ну, разве что скалолазные тапки туда деть, я не знаю, как бы что. Ой, ветер, вы хоть меня слышите? Ну, я не знаю, чтобы они не обвалились, я такую породу не знаю. Скалолазные тапки, если что, деть. Давай, сейчас я покажу просто вот. Это не пещера, это просто заход такой. Люди обходят с другой стороны. Ой, елки, ну смотрите. Ой, елки, ну. И как тут идти? Ай-яй-яй-ай, ох, жесть какая. Ну, у нас спокойно человек обходит по воде, правильно делает. Фух, вон пацаны уже с нами уже проходят. Прям пираты Карибского моря выходят. Ох, какой ветер. Какой ветер. Thank you! Welcome to Latam! Васандесана! Пошли за пацанами, раз зовут, ладно. Хлопцы приглашают в гости, соглашаемся, пошли. Вот, все идут туда, там весело. Вот мы обходим, такая порода, видите, дерево. Ой, дерево, господи, что я говорю? Скала, остров. Здесь темно уже даже. Ветер бушует, вообще жесть. Каякинг, не знаю, слышно. Слышно ли вам, или слова глотаются. И вот оттуда мы с вами пришли. Ну ничего так прошли, в принципе, ничего так. Идем туда вперед, только здесь каменючки. Поэтому, наверное, чтобы нормально пройти, я отключусь. Смотрите, здесь такие ямки. Ну, мы решили дальше не идти, в принципе, там ничего нет, но пацаны проваливаются в ямки, и стрёмно из-за телефона. Вот тут ямки, их иногда за водоросли не видно. И сама порода вообще твердая. А мы такие умные, коралловые тапки мы взяли, они в отеле, но мы их с собой не взяли. И вот там уже волны расплескиваются океана. То есть это тоже океан? Этот, ну, тут тоже океан, ну, такая удобная лагунка, и волн нету, а там просто волнище.
Ну и вон ребята купаются. Вот такая у них развлекушка вечерняя. Пойти и покупаться, походить по этому острову. Видишь, если приблизить, там тоже зоны отдыха, яркие такие, серые, видишь? Ага, да. Вот там тоже можно арендовать было и посидеть в шеках. И я там думаю, лодки. Но там почему мы не остановили сразу там лодки? Да, там лодки. То есть поэтому будете плавать в бензине, в дизеле? Ну, по крайней мере, не, они стоят, оно не будет, что неприятно, в принципе. Да. Ну вот, скоро уже закат будет, еще... Покажем вам закат обязательно, то есть час. Сейчас 5:16 и закат 18:25. В Атаму температура сегодня 31, плюс 31. Тепленько. Ну, идем, пройдемся обратно теперь. Ну, камеру я включать уже не буду, зачем вы все видели. И что-то побоялись поводить или чего. Ну, обошли просто, не, они обошли просто. Ого, Наташа, мы в Атаму, Кения, тепло, наконец-то тепло, ура! Переходим уже на наш берег, а тут такие песнопения идут. Такие физические упражнения. Да, и парень приседал с парнем на плечах. Музыка, песни, пляски, да, а там он просыпается к вечеру. Вон Дерек нас позвал. Дерек нас позвал. What I must do. Вот, позвал нас на ланч. Девочка сниматься на видео не хочет, поэтому я покажу, как это. А вот из этого, вот из этого. Ход. А вот из Угали. Вот из Угали. From the maze. Как будто это рис. Это no maze. Ну, на рис. Рис. Not rice. But look like rice. I don't know. Ну давай, Наташа. Так, давайте аккуратненько показывать, чтобы человек в кадр не попал. О, май гад. Пахнет чем-то. Не барбекю, а гриль какой-то. No, thank you. I'm on diet. Я на диете говорю, не-не-не, я не ем. Что это такое? African food. African food. А ну покажи, Наташа. Короче, девочка в кадр попала, ладно. Ну, Наташа, покажи, что это. Суахили диш. Суахили диш. Ого, дорогое такое, да? Да, 3000 стоит. Ну, вкусно. The main for African beach. Ага, вот это вот. And you put here and like spoon. Наташа говорит, офигенно вкусно. Камера. Это телефон спрогрессировал. Просто телефон слетел с селфи-палки. Слава богу, он слетел не в воде. Представляете, просто телефон слетел. Короче, пришли, покушали местные еды. Я читала, Угали это, я не могу понять, что это. А Угали было такое в Амбуселе, в этом такие кругляшки белые лежали. Вот еще раз показываю, что это. Прикольная такая штучка. Все. И мальчик, который рекламирует пиво Таскера, предлагает нам Боатур. Время к закату близится, все уже выходят, играют в футбол. Напоминает мне и мое детство. Вышел, поиграл в футбол, пообщался, никакого интернета, ничего нет. Нам коктейльчики принесли от босса этого, ну, ресторана, можно сказать, этой кафешки. Так что мне безалкогольный, Наташа алкогольный, говорит здесь ром Бакарди или что-то еще. Наталья, вы можете ответить, пожалуйста? Вчера как-то было меньше. Тут у них какой-то прикол приносить после всего, как презент, типа, вот я не знаю, как это сделать. Смотрите, мы затаили дыхание, и какая красота нас ждет. Ну, сейчас вот будем вам показывать. Короче, это будет не эстетично, потому что... Но дешево и практично сейчас.
Сейчас. Кстати, сзади босс со своей компанией. Так они все такие боссы, такой. Знаешь, называют всех боссами. А, но не увеличивает. Вон он такой беленьком. Вот сейчас, сейчас я уберу вот этот вот босс такой беленький. В самом левом или правом углу, непонятно. Интересно, белый или правый на следующие дни распространяются такие? Да. Ну-ка. Кстати, вот это... Вкусно? Да, вкусно. Я не знаю, сколько он там добавил алкоголя, но реально он коктейль... сказал, что ром Бакарди. Как это сказать? В коктейле алкоголь вообще не должен чувствоваться. Вам должно быть хорошо, да, но он не должен чувствоваться. Кстати, что мы заметили, очень много местных и белых, вот мы такая... Можно сказать, большая толпа, двое белых обезьян. Forget, ну, и вообще, как бы, ну, белых мало. Yes, да, да, sunset, говорят, yeah. Сейчас сансет будет. А сколько? Сейчас пойдем смотреть. Да, мы просто покажем и фотки не будем делать. Смотрите, красиво, да? Океан, солнышко заходит, такой закат красивый. Пальмочки, дети в футбол играют. Мы ром пьем, точнее, Наташа ром пьет. Ну, красота, в принципе. Очень классно. Блин, народ, вкусная штучка. Здесь passion fruit, маракуйя. Мы показывали как-то с сахаром, с лаймом, с мятом. Очень вкусно. Там маракуйя у тебя, с мятом. Да? А ну, попробуй. Очень вкусно, слушайте. Это такой бомбический коктейль. Только маракуйя надо, чтобы пропихнуть. Классный коктейль. Угу. Так, да? Не намешали ничего? Нет, а алкоголя нет. Нет, не алкоголя, другого чего. Не знаю. Чтобы забрать наши миллионы. Шутка. Никто не заберет наши миллионы. Спасибо боссу, таким вкусно. Ну, сейчас. Вот мужчина еще белый, все. Больше белых, белых людей нет. Почему? Там есть наши. Мальчик играл итальянец в футбол с детьми. Когда мы идем, честно, у меня ощущение, что мы вот только... Да ладно, прямо. Зачем к нам бегут тогда? Постоянно всех за деньгами и за всем. Вот садится. Ну, потому что мало реально... Да. Да, да, да. Наташенька, давай понаблюдаем за этим. Наташенька с прической что-то взорвалась. Поэтому она нервничает. Давайте посмотрим. Что-то взорвалось, ну как? Да нормально все, просто грязные волосы. Ой, смотри, она уходит, дай фото сделать. Аня, так красиво. Что-то меня пожалуйста. Она уходит, уходит. Понаблюдаем, давайте понаблюдаем. Она сейчас, смотри, это буквально секунды. Все, ну она вот, уйдет. Потому что написали в 18:25, не верьте. Сейчас 18:16, оно сейчас, ну оно может полностью, вот 25, конечно. Но это буквально, 2 минуты, оно было полное. Просто красота. Все. О, она уходит, уходит. И через полчаса просто, наверное, просто вот будет. Замерли и стоим, наслаждаемся красотой. Вот африканское солнце говорит Боже, вам вообще. Спокойной ночи и уходит. Ну уходит. Это класс. Ну все уже, похоже, ушло. Давай еще немножко. Можешь держать, давай я подержу. Могу, конечно, держать. Вот. Такая просто кенийская красота в Ватаму. Солнышко ушло, но все еще светло. Прекрасно. О, класс. Уходит. Посмотри на малых, переведи. Они прыгают, как на батуте на этих. Молодцы. Вот так вот. Боже, правильно. Прыгают, вот отсюда растет прыгающая нация. Все, солнышко ушло. Еще на соседнем вот пляже, вот. Наверное, увидят его. А может и нет. Все, солнышко ушло, но веселье продолжается. Ветаму, похоже, никогда не спит. Так что желаем вам просто классного дня, классной ночи, доброго утра, когда вы там наше видео смотрите. Всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь. Все, всем пока. Пока.